Ну а у нас в студии Евгений Седых, защитник баскетбольного клуба ЦСКА. Рон Бейкер, привет. Привет, привет. Как дела? Отлично, можешь без акцента говорить. Хорошо, хорошо. Сколько у тебя травм на лице во время карьеры было? I don't know why. I've always had a nose for the basketball, I guess. And that seems to be the reason I get hit so much. Наш талисман конь, как всегда, как всегда. But I've had stitches about 3 or 4 different places on my face and a couple fractures. Было пара переломов, и в трех местах были швы у него на лице. Он говорит, ну, мой нос создан для баскетбола, постоянно в него попадают то мячом, то чем-то еще. Никита and Simon have been here for a while, and both those guys, you know, have a really good sense of humor and are funny like me. Определенно, конечно же, с русскими, точнее, с американцами я хорошо общаюсь, нормально все у меня, но и с Семеном Антоновым и Никитой Курбановым вообще замечательные отношения, они очень хорошо шутят, это очень, да, у нас весело все получается. У нас в гостях у паркета Дмитрий Хрусталев. Да, это здравствуйте. Человек, которого не нужно представлять, но да, тем не менее, ведущий камеди-шоу, соведущий вечернего Урганта, шоумен, актер. Спасибо, Жень. Спасибо большое. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Баскетбол ЦСКА. Почему? Я просто приятельствую с Никитой Курбановым. Мы ходим друг к другу в гости. Ну как, друг к другу? Я к нему ходил, он ко мне нет пока. И мы с Женей вместе. Очень хорошо. Мне кажется, как, Жень, хорошо? Мне очень понравилось. Мне тоже понравилось. Мне очень понравилось. Давай, мы, было, коллеги. Было мы весело, красиво. Мы открытие, да, нового сезона баскетбольного. О! Там мяч у нас прилетел только что. Ну, а я по баскетбольному. Ты ну, в очках, глаз не видно, смотри в любую камеру, понимаешь? Ты беспокоишься, куда смотреть. А у вас режиссер вот так, да? Он пишет, сигналы. Да, он сюда пишет. Хорошо. Да. Играли на ключи от твоей машины в вечернем Урганте. Да ты что? А ты не знал? Вот. А здесь мы сыграем на ключи от машины Никиты Курбанова. Никиты Курбанова? Да. У Никиты есть машина. Ну, пока еще. Обалдеть. До этого конкурса. 3 из 3. Дмитрий Хрусталев. Вот, давай. Давай, 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 давай. Есть. Раз. Да. Ключи Никиты Курбанова. Прям, они лежат у нас прямо здесь. Сейчас мы тебе покажем. Два. Два. И... Ну, давай я попаду, правда. Давай, ладно, давай, держу. А что такое? Ладно, я... Пожалел. Ну что ж, Никита может уезжать. Никита. Может уезжать один, я отпущу эту стойку. Не такая уж у него машина. Конкурс. Небольшой. Давай. Мы тебе покажем фото популярных людей. А твоя задача крайне проста – определить, кто есть кто. Тю-ю-ю. Болеет ли этот человек за ЦСКА или не болеет? Оп! Этого я знаю. Масляков-младший Александр Александрович. Я знаю, что он болеет. Ярый болельщик ЦСКА. Ярый. По крайней мере, футбольный точно. Может быть, это перекинулось. Приходит, да? А что ж мы не виделись? Ну, как-то он не так часто захаживает. Сан Саныч, давайте чаще встречаться. Так. Дима, ну посмотри на его... лицо, ну это же спартаковская прическа. Дамы и господа, Дмитрий Хрусталев, мега ведущий. Да, 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 надо перерыв мне устроить, я сейчас подниму. Что это с голосом? Я болею за ЦСКА. Студию паркета, олимпийский чемпион. Легенда ЦСКА Сергей Николаевич Тараканов. Спасибо большое, что пришли. Как здоровье? Все отлично, спасибо. Здоровье, Уилл, хэштег. Друзья мои, огромное количество приятных фотографий. Он видел все эти фотографии, мы ему показывали. Он сказал, что это круто. Спасибо большое, что поддержку вашу я ценю. Команда ЦСКА была названа совсем недавно командой года по версии журнала «Большой спорт». Да, друзья мои, мне выпала честь такая, потому что команда была в отъезде, да. Я, конечно, тут ни при чем, но, видите, мы Ирина Сумникова, олимпийская чемпионка 92-го года, тоже присутствовала на церемонии и любезно вручила мне этот приз для ЦСКА. Напомню вам, дорогие друзья, что уже идут продажи билетов на матчи в Калининград. Продано 2500 уже на обе игры. И, дамы и господа, заходите на сайт CSKABasket.com, покупайте там билеты, приезжайте в Калининград, матчи в декабре и в январе, будет очень круто. Сергей Тараканов, CSKA Pre-Game Show. Счастливо!